Автор слов песни о Щелкове Иван Рудаков и не думал, что это произведение станет самым популярным из всех, что были написаны им о нашем городе. Его именем назван поэтический конкурс «Мое Подмосковье. Я сын твой приемный». Он проходит уже во второй раз при поддержке щелковской газеты «Время», которой в этом году исполнилось 90 лет. Название, кстати, тоже взято из стихотворения Ивана Васильевича. Имена победителя объявили в библиотеке семейного чтения. Нынешний конкурс показал, что настоящая поэзия жива и продолжает сохранять традиции, заложенные Иваном Васильевичем Рудаковым. Те высокие все время произведения и те слова, которые он говорил, очень спокойно, нетривиально, а естественно. Поэтому к нему и люди стремились. На творческий конкурс поэты Щелкова и Фрязина прислали несколько сотен стихотворений. Рекорд первого конкурса по числу заявок не побит, но критерии оценки художественного мастерства остались все такими же высокими. Стихотворение Аллы Симоновой отмечено в номинации «Стихи о родном крае». «Люблю я туманы над Клязьмой рекой, и воздух лесной бесподобный, сиренью пьянит аромат неземной, все это мой край подмосковный». Традиционно на конкурсе звучат стихи о победе. Зоя Мартынова в поэтической форме рассказала о своем отце, который ушел на войну с первого курса института. Образ совершенно несобирательный. Это мой отец. Это прямо конкретный мой настоящий отец, собственный мой папа, Арнольд Абрамович, учитель. Он пошел рано в школу, и он рано закончил ее. Куда ты идешь? Тебя же не возьмут. Нет, говорит, добровольцы меня взяли. Конкурс имени Рудакова объединил как состоявшихся поэтов, так и многообещающие дарования. Лучшей в номинации «Молодой автор» стала София Лузенина. Поэт Олег Осетров предложил дополнить творческий конкурс номинацией для исполнителей-музыкантов. Мелодичность стихов Ивана Васильевича отмечали многие критики. «Возьми-ка гитару, товарищ мой близкий, да что-нибудь сердцу скажи». Главную награду гран-при второго конкурса поэзии получил Михаил Андреев за поэтический рассказ о личном, о таинстве рождения стиха. «Как рождаются стихи? Меня в одной компании спросили. И я ответил, это пустяки, приходят без особенных усилий». В Щелково, во Фрязино, в этих таких небольших подмосковных городах очень много талантливых людей, очень много талантливых поэтов. Это для подрастающего поколения, для молодежи, которая любит поэзию Рудакова и даже сочиняют стихи в его честь. Все удалось, я очень рада. Поэзия – труд вдохновенный. Второй литературный конкурс «Память Ивана Рудакова» завершен. Но с его творчеством и стихами можно всегда знакомиться в библиотеке семейного чтения. Здесь представлены сборники и книги, которые написал Иван Васильевич. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.